Порядка 40 дачных участков сгорело в нашем регионе в минувшем году. Дабы уменьшить риски повторения ситуации, Управление по чрезвычайным ситуациям совместно с Павлодарским лесничеством начали профилактические мероприятия, в рамках которых проводится вырубка камыша. Возгорания на территории Государственного лесного фонда зачастую начинаются именно с этих растений. Сотрудники управления ЧС и лесники вырубили и сожгли камыш. Специалисты утверждают, это не только спасет дачи павлодарцев, но и убережет леса от пожаров. За прошлый период у нас буквально произошло порядка 365 возгораний на дачных массивах, где была угроза именно лесному фонду. Сгорело у нас всего 39 дачных участков, из них 15 действующих, 24 недействующих. Угроза начинает подступать вместе с первыми весенними днями, поэтому превентивные меры начали предпринимать уже сейчас. Первым на очереди 16-й квартал Павлодарского лесничества. Это зона лесоохранная. На территории Государственного лесного фонда общей площадью данного участка 252 гектара находятся хвойные посадки. Хвойные посадки быстро разгораются, поэтому мы предотвращаем распространение огня до пожароопасного периода путем сжигания камыша. Протяженность камыша на данной территории составляет от 3 до 4 километров. Противопожарные мероприятия на этом не завершатся. Ергали Рамазанула, Аманбаймбет, Ертыс Ахпарат.